Тема Всемирного дня здоровья в 2012 году – старение и здоровье. А лозунг этого дня – хорошее здоровье прибавляет жизни годам. 7 апреля – Всемирный день здоровья. В канун празднования в клубе поселка Самбек с 11 до 14 часов была проведена акция «День здоровья», целью которой является мотивация, нацеленная на здоровый образ жизни. А здоровье – хороший характер, веселый, позитив всегда ищу. И не люблю, когда кто-то ноет, и стараюсь другим не давать ныть. Вот и все. На площадке здоровья работал передвижной флюорографический аппарат противотуберкулезного диспансера. Принимали участие также специалист, ответственный за проведение мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, врачи, гинеколог, терапевт, эндокринолог, педиатр, нарколог и специалисты по лечебной физкультуре. Каждый посетитель площадки здоровья получил книжную памятку с простыми рекомендациями для поддержания здорового образа жизни. Независимо от того, где мы живем, старение касается каждого из нас – молодых и пожилых, мужчин и женщин, богатых и бедных. Жители поселка в основном пожилые люди, и поэтому для них подобные акции очень важны. Первый раз такое, но посмотрите, сколько народу, и как все откликнулись. Это очень хорошо, это очень-очень хорошо. И спасибо большое тем, кто это организовал. Просто прекрасно. Это хорошо, не только удобно, а это надо. Надо. Так Новошахтинске прошел День здоровья. Всем желающим был поставлен диагноз и сделано соответствующее назначение. Маргарита Гашкова, Степан Онов, специально телеканал «Светай».